Всем привет! В этом видео будем делать Фредди. Да, Фредди Фазберн из Five Nights at Freddy, из ФНАФа, из первого ФНАФа. Для этого нам понадобится куча коричневого пластилина. Сегодня мы транжиры. Сегодня мы тратим пластилин. Ну, мы сделаем небольшого мишку Фредди. По сути, нам нужно что? Нам нужно немножко пластилина на конечности отложить, а остальную часть поделить на две части. Это у него будет туловище и голова. Туловище мы сделаем довольно крупное, чтобы он у нас мог сидеть. Но для устойчивости в туловище, да, можно вот так сделать в виде конуса. Он будет гораздо более устойчивый. Начнем с туловища. Делаем основное туловище. Спереди у него светло-коричневое пузико. Делаем просто кругляшок и налепляем. Ну ладно, это же ФНАФ хоррор игра. Понятно, почему он зрёный. Вот так вот мы делаем ножку. Можно чуть-чуть зауженную к этому краю. И плоскую сюда. И добавляем сюда на кончик лапы такую стопу. Берем черного, перекрепляем бантик. Теперь делаем голову. Голова у него специфической формы. Вот так немного продавливаем, где у него морда, чтобы получилась вот такая, не то чтобы груша, скорее какой-то кабачок, не знаю. И вот здесь тоже морду приминаем. У нас сейчас еще сюда пойдет один элемент. Вот такая должна быть примерно голова. Я думаю, по бокам приглаживаем. В центре разрезаем. Так, обозначим, где у нас будут глаза. Глаза у него большущие. Так, два глаза такие прилепили. Пексики, душа собаки, вы знали об этом? Текс. Помяли мушку немножко ему. Отправим опять. Теперь мне нужно доделать ему нос. Вот такой ему добавляем нос. Так. Что-то у меня какой-то мишка не страшный получается. Сейчас мы ему уши еще добавим. Потому что у тебя ножки мизерные. Пусть специально будет мишка смешной. Делаем ухо. Сюдаемся. Делаем второе ухо. Кексик увидел. Другой кексик. Ну, два сердечка устал. Спасите, помогите. Текс. Теперь это каша. Теперь мне надо шляпу еще ему сделать. Катя там кексика еще делает параллельно. Потом покажу вам. Фредди с фамилией Фазберн. Надеваем ему шляпу. Чик. Что-то не хватает. Вот так делаем. Тыц, тыц, тыц. Типа того. Руки-то делай. Или это Амогус у тебя без руки? Не Амогус, это без руки. Это Фредди Фазберн. Сейчас мы ему руки запилим тоже. Нормальные только, не как ножки. Ножки, да. Нет, ручки вот тоже мелкие, как ножки. Делаем ручки так же, как ножки. С одной стороны плоская. Так, по очереди. Следующую Чику будем делать, наверное. Еще кого-нибудь. Так, это одна у нас ручка. Чик. Господи, бедный. Он у нас будет не страшный. С маленькими ручками. Такого никто не боится. Чик. И финальный аккорд. Соединяем ему боську. Чик. Вот такой у нас получился мишка. Фредди Фазберн. И как вам? И еще Катюшка сделала кексика. Кексик с душой собаки. У него два зуба только, да, таких? Да. Вот такие у нас получились чудики из ФНАФа. Пишите, кого еще сделать. А также заглядывайте в наш телеграм-канал. В телеграм-канале куча поделок и проходят конкурсы. Можно поучаствовать. Ждем вас в телеге. Ну и пишите тут в комментах, как вам наши поделки, оцениваете по 10-бальной шкале. И пишите, кого еще сделать. Все, пока-пока, ребята.